«Каждой маме по тюльпану» – так назвали акцию участники отдела прикладного творчества Дворца культуры «Юбилейный». Ребята, которые ходят сюда заниматься, сделали для своих мам цветы оригами с особой любовью. Наш отдел называется «Отдел прикладного творчества». Мы здесь занимаемся с детьми в возрасте от 4 и до 12-14 лет. Различными поделками, рисованием, развиваем маленьких детей. Дети ходят на постановку спектаклей. В этот прекрасный день мы хотим поздравить своих матерей, и поэтому мы решили сделать прекрасный цветок – тюльпаны. Дорогая мама, если ты сейчас это смотришь, я тебя обожаю. Ты у меня самая лучшая. Передаю тебе привет. Участники акции смогли создать подделки своими руками, и этот букет точно не завянет, так же, как и материнская любовь. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов, новости «Искровект».